Ребята, всем привет! Привет! Мы все нашей дружной семьей собрались погулять. Что-то мы давно не гуляли, да? И мы тут, в общем, с Катей вчера подумали, а не посетить ли нам сегодня Шэньчжэнь? Шэньчжэнь находится под боком, буквально полчаса езды на поезде, и мы оказываемся в Шэньчжэне. В общем, погуляем сегодня по центру Шэньчжэня, переночуем в гостинице, и что еще? Погуляем, переночуем и погуляем. В общем, ребята, едем в Шэньчжэнь. Время у нас, ребята, 11:45, и мы только сейчас собрались в Шэньчжэнь. Ну, у нас были дела, у нас, наверное, были причины на это. Дети делали домашнее задание. Джек вчера к нам не пришел, ну, это наш учитель, если кто не знает. Он делает домашнее задание с нашими девочками. А он пришел сегодня утром, они, девочки, быстренько собрались, сделали уроки. Причем чтобы... быстро, да? Полтора часа где-то они занимались. Да? Вот, и по ощущениям, погода. Я думаю, будет интересно про погоду. На дворе у нас... 13 октября, и, ну, в России уже холодно, где-то даже и снег уже есть, и дожди холодные, листва опадает. А у нас лето, вот именно такое сибирское лето, то есть вот как вот, я не знаю, ни жарко, ни холодно, да? Самая комфортная погода. Самая комфортная погода, и эта погода продлится до конца, наверное, ноября. И потом в конце ноября начнет, в общем, ветра, такая уже... Сибирская осень такая будет, прям прохладная будет. Так что вот, есть что добавить еще? Но, тем не менее, китайцы уже все тепло одеты. Местное население так уже утеплилось. Одевают куртки, одевают джинсы, теплые кроссовки. Мы не можем, если честно, нам жарко. Ну да, мы еще мы одеты. Мы чувствуем, что мы немного не по сезону, как бы. По-летнему. С голыми шортиком. Руками, с голыми ногами. Но, тем не менее, вот, ну, нам жарко. Мы не можем одеваться так тепло, как они. Так как время обеда, мы зашли недалеко от метро. Халялька. Кто кушал хоть раз халяльки? Очень вкусно. Здесь всегда чистенько. И у них упор идет на лапшу и рис, вот как-то так. Мяса очень мало. Если мяса много, то это дорого. И хотел, знаете, вам что сказать еще. На день рождения Полинки мы купили вот такие наушники. Гости подарили красные конверты, и на эти деньги мы купили Полине наушники. Наушники очень клевые, беспроводные. Поль, покажи, как они. Провод есть? Нету, ура. Удобно, да? Заряжать. А где включается? Показывай. Включается вот тут. Ты расскажи, как они, тебе нравятся, не нравятся? Мне они очень нравятся. Клёвый подарок? Да. Ну здорово. Вообще клёвый у тебя, наверное, да, день рождения был в этот раз, да? Такие клёвые подарки, наверное, да? Мне очень понравился мой день рождения. У меня такие были клёвые подарки. Там самокат был и еще эти наушники. Ну, там кормили. А куклу от бабушек помнишь? Да, еще куклу от бабушки. А, кстати, ребята пишут в комментариях, что якобы я себе купил самокат, и я на нем езжу, и вся семья на нем будет ездить. Это так, это правда или нет? Нет. Кто ездит? Я. Только ты ездишь, правильно? Да. Ну вот, ребята. А вы писали много-много в комментариях, что папа купил себе игрушку. Кстати, пишут в комментариях, чтобы ты не гоняла, понимаешь? Не гоняла. Да, очень опасно, Полина. Опасно. Я правда очень там писал один подписчик, что он упал недавно с него. И разбился. На маленькой скорости, а ты гоняешь так, что меня обгоняешь на байке. Так что аккуратно. Хорошо? Хорошо? Окей. Девчонки, в общем, любят вот такую лапшу с картошкой. Здесь мясо, перец, лук. И макароны. Пельмешки с мясом. Да. Вот такую лепешку. И наши любимые фунчоза. Кстати, здесь, в общем, морковка, огурец, фунчоза и очень безумно вкусный соус. Приятного аппетита! Мы приехали на Южный вокзал. Смотрите, народу практически нету. Обычный день, обычные выходные. Ну, может быть, для выходных нормальное это количество. Ну, а в праздники это вообще было что-то.
на море, когда мы ездили. Было народу просто, там прям паника, истерика, все такое. Катя, что эти люди все здесь собрались? Я почему так много? Почему? Кажется, всегда много народу. Кстати, когда народу много там, народу здесь никого нету, потому что билетов уже нету. А сейчас билеты есть, народу здесь много. Ты свой ведешь блог? Да. Как называется канал? Лавакиц. Что? Лавакиц. Сколько там у тебя сабскрайбов? Пока ноль. Ну что, ноль-то 1300. Идем мы тут, понимаете ли, раз, и Лена с детьми. Как это вообще возможно? Раз так на эскалаторе случайно встретились. Ну давай рассказывай, как у тебя дела. Нашим зрителям что-нибудь расскажи. У меня дела, я в панике. У Макса на следующий выходный день рождения. Мне надо все успеть. Мне надо все приготовить, убраться. Приготовить, да, что-нибудь вкусненькое, ну, конечно, да? Дома будем, да, праздновать? Дома будем. Нас-то пригласишь, нет? Вас? Я думаю. Дети сегодня мне, мама, куда, говорит, это, почему мы с Максом, с Майей не можем поехать вместе в Шэньчжэнь? Я говорю, так они это, на день рождения едут. А почему они без нас едут, мы не поняли. Вообще, как это так? Вообще, так бывает у него, да? Я говорю, ну так это их друзья. Мы приехали в Шэньчжэнь, с Леной и ее детьми разошлись, они поехали на день рождения, а мы поехали гулять. Приехали на станцию Гранд Театр. Нам порекомендовали здесь посетить здание, называется КК-100. КК-100, да? Как-то так, да? Вот, там, в общем, можно будет подняться на самый верх. Это все платно, 200 что-то там с копейками юаней. И увидеть, так сказать, весь Шэньчжэнь. Сейчас мы пойдем в парк, который находится возле этого здания. Погуляем там, там очень красиво. Зашли в клевый такой ресторанчик. Посмотрите, официанты как одеты, прикольно в таких. А мне раков готовят. Вот здесь такой, да, упор на раков, в общем. Сразу же на входе прям эти аквариумы у нас встретили с этими раками. Ну и оформление очень прикольное, и кафе очень большое. Мы шли, я даже Катю потерял, она маленькая чуть-чуть вырвалась вперед. Вот большую и маленькую? Тада. Тада. Woman, я очень фан. Короче, смотрите, вот здесь такие вот фарточки выдаются. Вообще их так не хватает. Чтобы вы понимаете, не изнахратиться, понимаете? Я одену на себя, ну мне нормально вообще. Очень красиво, сейчас покажешь. Полина, не надо, пожалуйста. Все, смотри. Я готов, давайте мне еду. Смотри, мама, подавайте. Это будет концерт. Ну-ка, покажись. Так уже тут концерт по заявке. Покажись. О, Полечка, покажись. Еще в этом заведении есть вот такие вот штуковины. Они выдаются здесь. Для чего? Я вам покажу сейчас. Берем свой сотовый телефон. Я вообще был в шоке. И запихиваем его, в общем, вот в этот чехольчик. И можем спокойно пользоваться. Алло! Жирными руками можно вот так вот делать, смотреть сериалы, там играть можно, в общем, без проблем. Потом берем вот так вот, извлекаем, выбрасываем, и у нас новый телефон. Дети... Ну, это ресторан, потому что раков кушать. Дети смекнули, начали свои игрушки запихивать в эти пакеты, чтобы можно было бы жирными руками играть в эти игрушки. Нормально сказал? Да. Вот где это набрали? Это все бесплатно. Десертик. Мы заказали наше любимое блюдо. Рыба с квашеной капустой. Как тебе? Очень вкусно. Очень вкусно. Не хуже, чем в нашем ресторане. Девочки не расстаются со своими куколками. И, кстати, у нас девчонки очень любят играть в куклы. Я все время удивляюсь, когда нам пишут: вы что, там Полине 9 лет, зачем ей в подарок дарить куклу? Им очень нравится играть. Они играют, вот у них постоянно какие-то коллекционные куклы. Вот сейчас они играют в Enchant Animals, до этого они играли в LOL. Им очень нравится коллекционировать этих кукол. Да. Нравится играть в куклу? Мне не совсем. Я люблю. А что нравится? Чуть-чуть, например, поиграем. Чуть-чуть, да, маленько, да? Да. Мне нравится, например, когда нас мама и папа забирают со школы и приносят самокаты, там всякие, ну, блокнотики, книжечки, там, карандашики. Мне это тоже очень нравится. Ну, а что тебе нравится больше? Самое главное, внимание, да?
настоящие девушки. На третьем месте блокнотики, на втором месте, а самокат на самом первом месте. И мы еще, ребята, заказали салат с креветками. Мне кажется, это раки. Это рак. Раки разве? Да, это раки. Смотрите, Катя ухайдакала фартук в трех местах. Раз, два, три. А прикинь, если бы у тебя фартука не было, как ты? Давай, покажи свой. Окей, смотри. Медленно снимаем. Тут играет музыка. Такая медленная. Черт. Та-да! Ну давайте, покажите себе. Ну-ка. Спачкались? Кто у нас хрюндель, самый главный? Короче, мама хрюндель, да? Да. Полька вот, смотри, внизу есть. Поля, вот тут чуть-чуть испачкалась. А у меня нету. Если что-то есть, то это все было. Это все было. У меня тоже это все было. Ну все, закончили? Пойдемте. 210 юаня вышел наш ужин. Смотрите, вышли. Здесь, посмотрите, вот просто огромнейшее здание. Современное. С дорогими бутиками. Там прям вот все на пафосе. А слева, посмотрите, обычно китайский вот такой вот райончик. Особенно туда посмотрите. Ой-ой-ой. Прям вот эти решетки, они маленечко... А вид порти, так, о, здесь что, вступает, что ли? Вступает пешеходом. Ух ты, круто как. Круто. Бабушке 100 лет. В общем, больше 100 лет. Больше 100 лет, да, уже? Да, больше. Офигеть. Круто вообще. Стоим просто на пешеходном переходе, и женщина подъезжает, в общем, вот с бабушкой. И мужчина вот этот, который с голым торсом, короче, говорит, что бабушке больше 100 лет. Да. Круто вообще. Ну, они просто подошли, поздоровались. Ну-ка, пропустите бабушку столетнюю. Пропустите бабушку 100 лет. Так. А мы тем временем, ребята, пришли в парк. Личи парк. Как называется? Личи парк. Вот оно, это здание. KK 100. Самое большое здание в Шэньчжэне, по-моему. Здание в Шэньчжэне. Да. А мы идем погуляем в парке с видом на это здание в самом центре Шэньчжэне. О, смотрите, какой червяк. Сейчас его придавим. Смотрите, какой червяк. По-моему, уже кто-то проехал по нему. Как ты думаешь? О, мальчишке очень нравится. Он боится. Боится? Прямо такие вот. Как по-китайски червяк? Чонцы. Чонцы. А здесь продают маленьких черепашек по 10 юаней. Можно черепашку. Для Шэньчжэня, для каменного города, здесь такой клевый искусственный парк. Парк бесплатный. Там собрались местные певцы. Можно слышать вот эту какофонию. Там поют. В трех местах поют. И поэтому... Везде разная музыка. Такая, да, прям по ушам долбит. Непонятно, кого слушать. Слушай, ну отдыхает вообще просто прям на все 100%. У меня вот этот мужичок поразил, у него он такой а-ля Улюс 80-х такой у него. Да, стиль, да, такой. Стиль. Прикольно. Ой, дедушка играет. Посмотри, какой он. Он в возрасте уже в таком преклонном. Ничего себе! Он с молодым играет. Oh,
Понравилось больше первых артистов слушать, потому что они сказали, что они более такие артистичные и в танце выражают эмоции. Вот. Но хотя зрителей больше здесь. Да, кстати, здесь почему-то зрителей больше. Да, прям посмотрите, сколько народу. Здесь реально больше зрителей. Вообще прикольное место такое, какой-то движняк какой-то. И энергия такая здесь, какая-то, да? Какая-то энергия, да, подходишь, все чем-то заняты, чем-то увлечены, что-то слушают. Играют, поют. Да, прикольно. Очень классно. Набережная немного сломана, видимо, это последствия тайфуна. А вон, смотри, коптер чей летает. Здравствуй, коптер. Мы туда пойдем, на ту башню? Давай. Давай? Я бы с удовольствием. Отлично. Я бы там в отеле пожила. В отеле? Да, в этой башне. О, там, наверное, очень дорогой отель. Красота. Все гуляют, все ребятишки снарядились с очками и что-то вылавливают в этом пруду. Кто-то ловит рыбок, кто-то улиток, кто что найдет. Тут мальчик качается. И сейчас Ника хочет попробовать тоже. Короче, вот, и это еще вот тут вот кто-то плел косичку. Так понимаю, здесь самое топовое место в этом парке. Открывается вид на вот это вот здание. Уже солнце село, и смотрите, загорелись огоньки. Здание сейчас всячески мигает, блестит, сверкает и так далее. Такое световое шоу небольшое. Слышь, что дочь заявила? Я хочу в этом здании ночевать. Мне, говорит, нравится. Паньки, ничего себе. Говорит, оно здоровое, красивое. Ну, как минимум, давайте хоть что-то узнаем. И думаю, что хороший отель там. Посмотрите, здесь какой холл нарядный. И 4 лифта на подъем на 99 этаж. Ну, что я вам хочу сказать. В общем, не получилось у нас подняться. Как только мы подошли к лифту, говорит, а у вас есть, говорит, купоны, чтобы попасть наверх? Они сделали такую систему. А наверху есть рестораны. Ты покупаешь купон. Купон стоит минимум 239 юаней. Поднимаешься смело на 96 этаж. И там, в общем, ребята, рестораны. Можно что-нибудь купить себе. Кофе, десерты. Ну, цены, естественно, там понимаете. Можно, в принципе, на вот эту сумму взять десерты. И вы выжмете этот полностью купон. Раньше вообще подъем на эту башню был бесплатный. Но дело в том, что на 96 этаже рестораны. И много людей приходили просто поглазеть. Ничего не покупали, они ввели вот эту систему купонов. То есть он посчитал, на нашу семью вышло 920 юаней. Как-то это немного дорого, и мы, в общем, решили, ну что делать, в общем, ну, решили подъем, да, отложим, пока не разбогатеем. Разбогатеем и будем ночевать в этом шикарном отеле, кушать на 96 этаже и так далее. А мы пойдем фонтаны посмотрим. Смотри, какие фонтаны шикарные, бесплатно. Тут целое музыкальное шоу бесплатное. Причем народу никого нету, мне нравится. И шикарный красивый вид. Ребят, мы, в общем, приехали в Civic Center, тоже центр Гуанчжоу.
И здесь началось световое шоу. Оказались просто в такой толпе. Народу просто вообще потоком идет. У нас было самое классное место, по-моему, откуда можно было наблюдать это лазерное шоу, да, девчонки? Да. Какое вам, какое здание больше всего понравилось? Вот, вот самое большое. Вот это самое высокое здание, там действительно было все так очень красиво. Мы сейчас, наверное, движемся в сторону гостиницы. Нужно разместиться, уже пора. И, кстати, это шоу в пятницу и в субботу три раза показывают. 7:30, 8:30 и 9:30 вечера. А с воскресенья по четверг два раза. 8 и в 9 часов вечера. Сейчас очень много народу подтягивается. Все пытаются занять себе какое-нибудь получше местечко, чтобы лучше было видно. Стеклышко потерял от своей камеры любимой. Блин. Придется новое заказывать. Ну да ладно. В общем, ребята долго думали, куда же нам поехать, потому что, в принципе, мы не привязаны ни к какому месту, и нам нужно остановиться в гостинице. И нам нужно завтрашний день как-то запланировать, да, поближе, может быть, какой-нибудь достопримечательности разместиться. И, в общем, было решено, наверное, окно в мир посетим, да? Это топ мест в Шэньчжэне, которые нужно посетить. Кстати, ребята у нас спрашивают, в какой гостинице лучше остановиться в Китае. Seven Days. Гостиница Seven Days. И номер гостиницы можно забронировать по ссылочке внизу. Я оставляю эти ссылочки под каждым видео. Слушайте, зашли в какой-то такой китайский райончик. Буквально вот там он начался. И вот прямо мне нравятся вот эти вот места. Вот в этом есть Китай. То есть какая-то уличная еда присутствует. Там массаж делают. Там он, не знаю, там что-то на компьютере работает. Здесь, смотрите, смотрите, как он шкребками там наяривает. Готовит какую-то еду. Рис жарит. Здесь сидят, тоже уличную еду кушают. И так ходишь, прям глазеешь на все так. Прикольно. Здесь парикмахерская. Здесь вон китаец отдыхает. Здесь шаурму жарят. Дальше, что еще? Вот какая-то едальная. Это вот, кстати, гостиница здесь. Вот такая вот дешевая-дешевая. Здесь прям, ну, прям очень дешево. И так, ну, не очень. Картошку жарят, смотрите. Запах такой, дымочек. И вот эта вот штука, это картошка. Арахис паренный. Каштан. Батат, ага. Батат называется. Сладкая картошка. Батат, да? Сладкая картошка. Наконец-то мы в номере. Мы по какому-то лабиринту прошлись. И мы в номере. Так. Обзор номера. На входе нас встречает вот такой шкафчик. Окей, здесь карточка вставляется, здесь освещение включается. Душ у нас, унитаз. Все так нарядненько. Есть фен, одноразовые щетки. Вешалки есть, телевизор неплохой. Даже приборчики есть. Показывай. Приборчики. О, можно там на каточки постричь, да? И вот такие две кровати, я думаю, что нам хватит на одну ночь, я думаю, вполне. Хотел вот именно поговорить по поводу вот таких вот выездов. Мне на самом деле очень нравятся такие выезды. Они маленечко как-то выводят на новый уровень каких-то ощущений. Отношения. Именно семью, то есть вроде как сплоченность какая-то, пошли куда-то, поехали погулять там и так далее. Вот это вот преодоление каких-то препятствий, потому что вот гостиницу нам пришлось маленечко поискать. И, ну, в целом прикольно, вот это вот гостиница, вот это, мы просто местоположение поменяли. Почаще так, ребята, делайте, это очень укрепляет, мне кажется, да? Ну да, даже можно не обязательно в другой город, можно в своем городе куда-то съездить. Я помню, для нас смена обстановки была даже на турбазу выезд. Да, почаще делайте смену обстановки. Это немного придает новых ощущений в жизни. Ну все, ребята, на этом заканчиваем. Увидимся завтра. Спокойной ночи, ребята.